Марка Range Rover провела обновление кроссовера Evoque. Полноценного рестайлинга не случилось, так как внешность британцы решили не трогать. И это логично. Машине второго поколения осенью исполнится только 2 года. Зато мотористы поработали над силовыми агрегатами. Базовый турбодизель, который прежде выдавал 150 сил, стал мощнее. А на смену дизельной модификации отдачей 180 сил пришел 200-сильный вариант. Двухлитровые исполнения на бензине вообще сохранились неизменными. Однако появился новый начальный вариант. Ему полагается 1,5-литровая турбо-тройка мощностью 160 сил, на которую навешана мягкогибридная надстройка. Такой Range Rover может иметь только передний привод и 9-ступенчатый автомат. Притом по своим возможностям кроссовер очень даже неплох. В спринте до сотни он демонстрирует пристойные 10 секунд. В салоне из видимых перемен только другой руль, хотя пресс-релиз подсказывает, что модель обзавелась продвинутой системой очистки салонного воздуха. Сейчас, после первой волны коронавируса, бороться за чистоту воздуха стало особенно модным. Также представители марки гордятся свежей медиасистемой PIVI. Это еще один обязательный пункт любого обновления. У доработанного головного устройства лучше графика, выше производительность, а актуальное обновление можно закачивать по воздуху. Land Rover Discovery Sport технически является ближайшим родственником Evoque. Поэтому курс омоложения, самый доступный из Land Rover'ов, прошел по такой же программе, которая ничуть не затронула внешность. Другой руль, свежая мультимедиа, очистка воздуха – все это досталось от брата. От него же спорту перепали более мощные дизели. Но линейка бензиновых моторов оказалась обновлена по иному принципу. Так в гамме неожиданно возник 2-литровый турбомотор мощностью чуть меньше 300 сил. Правда, этот двигатель пока выведен только для спецверсии Black Special Edition. Ее отличают фирменные шильдики, черный декор и 20-дюймовые колеса. В родной Великобритании продажи обеих машин стартуют буквально на днях. Дилерам уже разосланы прайс-листы. Но нам, как обычно, придется подождать. Сейчас российские дилеры жалуются на жесткую нехватку живых машин.